Детский сад «Солнечный городок» для жителей микрорайона Юго-Западный был построен в ходе успешной реализации проекта партии «Единая Россия. Детские сады детям». В регионе активным ходом идет работа по выполнению майских указов президента. В регионе вот на 15-й год у нас уже построено 10 новых современных детских садов. Кроме того, 45 зданий, бывших зданий детских садов, они введены в эксплуатацию. 30 детских садов у нас отремонтировано капитально. На все это потрачено порядка 3 миллиардов рублей. Строительство «Солнечного городка» шло в течение года. В здании установлено новейшее современное игровое и технологическое оборудование. О трудностях при строительстве учреждения рассказала заведующая Лариса Куликова. Не было все учтено проектом, поскольку проект создавался еще тогда, когда не был принят современный СанПин 2013 года. И по ходу строительства необходимо было вносить коррективы, изменения в проект в пределах сметной стоимости. Они были внесены, согласованы, конечно же, заранее. И внесены изменения уже предусмотрены все необходимое для того, чтобы не было разногласий с СанПином. В ходе проверки в детском саду никаких нарушений выявлено не было. На данный момент идет согласование со всеми инстанциями города для того, чтобы окончательно убедиться в том, что для детей созданы все необходимые условия. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.